Дорогие зрители, добрый день. Сегодня мы хотел бы поговорить немножко о выводе маток и как это делаю я. Я вот давно смотрел уже видео и смотрел, как один человек в Германии это делает, и мне понравился его способ. И я уже, как можно сказать, пару лет так делаю. Вот я сделал ящик. Здесь у нас, если я не ошибаюсь, 50 маточников. Вот, я сбил ящичек. Там у нас находятся три рамочки. Одна посередине с водой, одна с пыльцой и одна с медом. Вот мы сделали семью-воспиталку, которую я забрал матку отсюда. Это был хороший рой, который ко мне пришел. И я решил с него делать маточники. Это очень сильный. Я буквально прошло 2 недели. Я ему дал новых рамок. Он их отстроил, нанесли меду сюда, очень хорошо меду носили. Вот, ну я с него сейчас сделал 4 нуклеуса. И сейчас оставил один корпус пчелой. И там пару рамочек у меня еще осталось, которые там я не все забрал. Ну, с вчерашнего дня осталась еще рамка, с которой я прививал. Вот, и сейчас я покажу, как я буду это делать. Что я буду делать? Я просто буду брать вот эти вот маточники и посмотрим, сколько они приняли и сколько мы поставим наши маточники сюда, чтобы они дальше тянули. Это семья-воспиталка, сильная семья. Я их буквально сжал все на один корпус. Было тут 2 корпуса пчелы. Как я уже сказал, сделал с них отводки и оставил буквально 1 корпус пчелы. Давайте сразу я вам покажу, что тут смотрится, как тут, что к чему. Вот. Так, тут у нас пчелка. Пчелки тут, пока их положим сюда. Друзья, хочу извиниться, конечно, одной рукой неудобно делать. Ну вот, что у нас здесь есть. Это вчерашняя рамка, я это делал вечером. Потемно уже было все. Это, с которой я прививался рамки. Вот столько у нас пчелы здесь, друзья. Сделал я колодец, но видно, будем ставить туда 2, наверное, рамки, потому что у меня будут 2, я так надеюсь. Сейчас посмотрим. Вот, давайте мы этот корпус пока мы скинем. И снутри еще 1 рамку заберем наверх. Так. Ну все, будем сейчас брать, смотреть. Сока приняли. Вот, неудобно. Так, первый берем. Это приняли, вроде отстроили. Мы ее ставим. Так, наверное, рукавицу придется снимать. А может, нет? Отстроили. Отстроили. Я имею в виду, отстроили, значит, начали. Не отстроили, а начали строить, значит, приняли. Ладно, друзья, давайте я, наверное, буду смотреть. Вот, ставлю, потом покажу точно результат, сколько приняли. Так. Это тоже вроде и начали. Потом покажу результат. Так, друзья, пока я набрал 30 маточников, которые начали тянуть, которые приняли. Ну, друзья, это не гарантировано сейчас, что они все 30 их сделают. Они могут их забраковать. Ну все, быстренько ставим их сюда. Вот. Опа! Так. У нас вот 1 пошла. Все, будем набирать другую рамку, друзья.
И потом увидим, что с этого получится, сколько их всех примут. Вот, друзья, еще набрал 10 штучек. Вот. Ну, с 50 30 вроде приняли. Вот. Но мы посмотрим, как там дальше будет. О, что они дальше будут делать, сколько примут. Вот я их тесненько все рамочки вместе сложил, чтобы они могли облазить все рамочки, огревать и работать над ними. Сейчас теперь будем вот это вот опустошать. Этот корпус я не даю им, следующий сразу. Опять я его высуну и заражу новый чуть-чуть попозже. А сейчас мы этих три рамочки вставим вот этот корпус, где у нас осталось там место еще. Ну все, друзья, на этом будем заканчивать наше видео. Поставили мы второй корпус наверх, добавил еще рамочку сюда одну и сделал, чтобы был полный корпус. Вот, все, пчела у нас, личинки внизу, а здесь сверху пчелы все. Сейчас получилось у нас больше пчелы, потому что мы выбросили пчелу сюда назад, где мы ее брали. Вот с этого рая, который пришел к нам в этом году. И пчелы очень трудящиеся. Очень хорошо мед носят. Рамки отстраивают очень быстро. Мне этот вот корпус очень семья-то понравилась. Я решил с нее делать маточники. Вот так, друзья. Посмотрим через пару денечков. Глянем, как они работают над маточниками. Как они их запечатают, и посмотрим, сколько их получилось. Ну все, друзья, благодарю за просмотр. Ставьте лайк, если вам нравятся такие видео. Будем что-то показывать для вас. Всем удачи, бай-бай.